2019 году в апреле месяце мы зашли в чистое поле, провели электричество, систему водоснабжения, все необходимые коммуникации, стали строить первый животноводческий, в котором мы сейчас находимся. За почти 5 лет в Благодатном построили 3 коровника, запустили собственный молокозавод. Завезли порядка 250 голов крупного рогатого скота, из которых доится примерно половина. Рогатые черно-пестрые дают 1,5 тонны молока в день. Все это было бы невозможно без грантовой поддержки краевого Минсельхоза. Ее доля в общем объеме инвестиций фермера составила более 60% средств. Это и мировая практика показывает. Сельское хозяйство такое, скажем, такая история, которая, ну, без господдержки никак. Все животноводческие, молочный завод, то есть это благодаря Минсельхозу края и, скажем так, и федеральных денег. Одной корове ежедневно требуется порядка 20 килограммов зеленого корма. Собственной кормовой базы у предприятия пока нет. Говорят, что нецелесообразно разбрасывать ресурсы. Сосредоточились пока только на производстве молока. Комбикорм, силос, сенаж и фуражное зерно закупают у местных сельхозпроизводителей. Но в задумках есть запуск гидропонной фермы по выращиванию зеленой массы. Это ковры, зеленые ковры, 7 камер, которые здесь архитектурно отведено место для того, чтобы в этих камерах выращивать то необходимое количество вот этого зеленого корма, которое нужно на наше стадо. Корма на Алтае, откуда завозят племенных коров, сочнее местных, говорит фермер. И там по паспорту корова дает до 40-50 литров с головы. А здесь едва надаивают 25-30. Выходит, по кормам еще есть куда расти. Вот такой корм. От него однозначно будет более высокие результаты, будут здоровые стада. Это тоже немаловажно. Одно дело молокоотдача, другое дело здоровое животное. Потому что нездоровое или полуздоровое животное, оно дает, естественно, меньше молока. Всего 50 метров от коровника до переработки. И вот уже молоко по трубопроводу попадает в цех. Его тоже построили на средства краевого гранта 2 года назад. Теперь выпускают около 2 десятков видов продукции. Хотим йогурты делать термостатные, сметанку термостатную. Скорее всего, варенец он будет тоже заквашиваться термостатным способом. Мы поставили в стаканчик, и он прям в стаканчике и заквашивается. То есть меньше прикосновений, то есть к продукту. Как говорится, молоко любит спокойствие, тишину. Вот, и поэтому вкуснее получится. В планах запуск производства собственных выдержанных сыров. Для этого потребуются еще коровы. Порядка 20 буренок привезут в этом году. Кстати, 75% от их стоимости фермерам также компенсирует краевой Минсельхоз. Наталья Чернышова, Ольга Власова. Смотри, Хабаровск.